Каждая поделка уникальна. Они выполнены руками детей из школ и детских садов. Уже в первые минуты на театральной площади собрались десятки человек. По словам покупателей, все вещи займут достойное место в доме. А любители рукоделия могут освоить новые техники. Если люди интересуются, как это делается, объясняем, рассказываем, что и как делается детьми вместе с воспитателями. Тут вот из макарон, из поделок. Детки делают папье-маше. Мы разучились, наверное, какие-то делать добрые дела. И вот нужно, мне кажется, чаще их делать. Я вот просто от души все это вот делаю. Мне очень это приятно. И я знаю, что это у меня на много-много лет сохранятся эти вещи. У меня будут передаваться, может быть, из года в год. И мои дети, и внуки будут, может быть, ими пользоваться. Благотворительная ярмарка приурочена к краевой акции «Пасхальный звон». Она пройдет на территории всех анапских школ и детских садов до 15 апреля. Совместно с отделом по делам молодежи инициаторами выступили волонтеры из благотворительного фонда «Край добра». За два года они смогли помочь десяткам детей побороть свои болезни. Все средства, вырученные в этом сезоне, пойдут на помощь детям с нарушением слуха. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.